Золотые мои, хотите как с полноценными? Извольте. Давайте проведем литературный конкурс. Если меня устроят результаты на этом канале, то есть если вы проиграете, я немедленно устраиваю этот же самый конкурс на основном канале «Лайки по жизни». Итак, литературный конкурс. На дворе 2021 год. Назовите литературного героя, живого или неживого, но он должен действовать. Скажем, паровозик, например, да? Там паровозик из Ромашково. Он как бы не живой паровозик, но он действует. У него есть слова, текст, он какой-то характер у него есть. Назовите героя литературного, сказочного героя. То есть слова о полку Игореве сразу нет. Которому 1000 лет. Условие. Он должен быть русский. Русский народный герой, которому 1000 лет, который кочевал из сказки в сказку, из века в век, обрастая какими-то качествами, но он дошел до 21 века, сохранив свои первоначальные качества и тактики, технические характеристики. То есть это вот герой был такой. Еще раз. Герой, который был в 1021 году. Не в 1121 году, не в 1321 году, не в 1621 году, а герой, которому 1000 лет и даже больше. Вы о нем знаете. То есть слышали и в сказках вы встречали. Пожалуйста. Я таких героев знаю 2. За каждый правильный ответ 100 рублей. Кто раньше ответил, тому и 100 рублей от меня, прям вам на карту, перечислением на карту. Нет карты, извините. Заводите карты, я вам перечислю. Назовите мне 16 цифр, я вам перечислю их тут же. Тут же. Так. За работу русский народный сказочный герой, которому больше 1000 лет.